Приветствую, друзья и коллеги по хобби. Пришла вот такая посылочка мне из Китая. Как раз вовремя, так как некоторые подписчики моего канала спрашивают, какие батарейки или какие элементы питания я использую в приборе Ака Беркут, в приборах ASE250 Garrett. И также в камере Nikon. Вот такие вот аккумуляторы фирмы Pala пришли как нельзя вовремя. Заодно распечатаю посылку и покажу и расскажу про эти аккумуляторы. Этими аккумуляторами я пользуюсь уже около 2 лет. Цена на них не очень большая. Здесь написано 3000 мАч. Но на самом деле данные аккумуляторы где-то на 2200 мАч. Я скину ссылку на данные аккумуляторы. Ну и там, читая отзывы, люди, у которых есть аппараты, которые замеряют емкость данных аккумуляторов, показывают фотографии. И на фотографиях указана емкость, что на самом деле они 2200. Но за сумму $6, чуть более $6, я считаю, что 4 аккумулятора с емкостью 2200 – это очень неплохой вариант. И присылается вот такой вот бокс под аккумуляторы. Что очень удобно, если они запасные, положить в карман и переносить. Не теряются. Все 4 аккумулятора вместе лежат. У меня уже несколько таких комплектов. Ну, что хочу рассказать. Например, при полной зарядке приборе Ака Беркут 5 с наушниками при включенном дисплее где-то хватает на 20 часов. Если без наушников, то 16-15 часов. На Гаррете ASE250 примерно хватает на 30 часов, на 32 часа, если с наушниками. Фотоаппарат Nikon у меня, Colpix 820, непрерывной съемки это около 3 часов. То есть, как видите, аккумуляторы довольно неплохие за небольшую цену. Если я не ошибаюсь, то где-то 6,60 или 6,80. Ну и сейчас взвесим данные аккумуляторы. Так они примерно весят около 30 грамм. 27, почти 28 грамм. Точно такой же показатель. 27,7. 27,7. То есть, как видите, никакой разбежки. 27,8. Чуть-чуть больше этот аккумулятор весит. Но на самом деле я ими, говорю, уже пользуюсь около 2 лет данными аккумуляторами. 2А я использую для приборов, для фотоаппарата. Также такой фирмы я еще заказываю элементы питания. Это B3А. Их я использую в фонариках, в рациях. И довольно неплохо тоже их хватает, данных аккумуляторов. Ну вот, друзья, если кому-то интересно, ссылочку я оставлю в описании под видео. Там можете почитать и отзывы по данным аккумуляторам.
Если вас устроит, заказывайте. Ну, я считаю, за небольшую цену хорошие аккумуляторы. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.